В советские времена этот храм называли просто «Спас». Его маковки и колокольни, лишенные крестов, выступали над крышей желтого четырехэтажного сталинского дома, как старый маяк над туманным океанским маревом. Но в какую гавань звал его временно угасший свет, от каких опасностей берег, люди как-то не задумывались и без эмоций шли молча. Но стоит необычное здание, как артефакт прошлых времен, застрявший во времени и ждущий своей судьбы. А ведь эта церковь была и остается очень значимой для Нижнего Новгорода. Вспомним, что корабль является древним христианским символом, который символизирует церковь и ее верующих. Канонические кресты с горизонтальным полумесяцем на православных храмах как раз и изображают такой корабль с парусом-крестом. Да, нелегкое плавание досталось нашему храму. Он всегда находился в гуще штормов истории, служил светочем веры и местом помощи нуждающимся, укрытием для священнослужителей во времена гонений и даже грудью встал против фашистских захватчиков, защищая город от вражеских самолетов во время Великой Отечественной войны. Храм создан в честь чудесного спасения Александра III во время крушения царского поезда у станции Барки 17 октября 1888 года. Рассказывая об этой аварии, всегда говорят, что государь держал на плечах искореженную крышу вагона, пока его домочадцы спасались из-под обломков, но редко упоминают, что Александр имел при себе чудотворный образ нерукотворного спаса, который, возможно, и дал ему сил выбраться живым из катастрофы и выручить других. В то время весь народ искренне радовался спасению царя, как опора государства и веры. И нижегородцы не отставали от других. Городская дума выступила с инициативой создания храма 22 октября, через 5 дней после крушения. После молебна в ее здании по поводу спасения государя была создана специальная комиссия по председательствам Якова Башкирова, который затем и возглавил строительство храма. Яков Емельянович Башкиров родился в 1839 году в семье богатейшего купца Мукомола. Его отец Емельян Григорьевич при баснословном богатстве был необыкновенным скрягой. Его состояние оценивалось более чем в 1 000 000 рублей. Раз уж мы упоминаем о купцах и о деньгах, то невольно возникает вопрос о соотношении тогдашнего рубля и нынешнего. Однозначного ответа не существует. Можно сравнивать по разным критериям. И все же примем в результате усредненной оценки, что тот старинный рубль стоил 900 нынешних. То есть отец нашего героя был бы миллиардером. Яков оказался не только талантливым предпринимателем, но и меценатом и общественным деятелем. Он стал сначала гласным, то есть депутатом с правом голоса, а в 1890 году и председателем городской думы. Башкиров стал во главе мощнейшей купеческой группы, сейчас бы сказали олигархов, и фактически подменил этой группой городское управление. Вместе с тем он своими средствами финансировал множество общественно значимых проектов, построил 4 ремесленных училища, водопроводы, помогал и театру, и церкви. Правда, в народе, для которого он столько делал, его называли Яшкой и обвиняли в корысти во всех, даже благотворительных с виду делах. В 1910 году произошел на наш современный язык коррупционный скандал, и звезда Башкирова, как тайного правителя Нижнего Новгорода, закатилась. Но вернемся к работе строительной комиссии. До 1897 года особенного движения не было, хотя деньги собрали немалые. Комиссия вела строгий учет пожертвований. Причем в числе отдававших на храм были не только состоятельные нижегородцы, но и люди скромного достатка. В сохранившихся бухгалтерских книгах хранятся даже имена, передававших комитету рубль или 5 рублей. Но, конечно, основной вклад сделали богатые купцы, члены комиссии, и Башкиров более других. Почти 9,5 тысяч рублей были государственные, их выделила Дума.
Как бы то ни было, 3 апреля 1897 года Дума утвердила новый состав комиссии, который уже 11 декабря превратилась в строительный комитет. Денег существенно прибавилось, и 10 марта 1898 года начались официальные действия. Через Санкт-Петербургское общество архитекторов был объявлен конкурс. На рассмотрение поступило 18 проектов, все в русском традиционном стиле, как требовали условия. Победил главный архитектор Петербурга Александр Мстиславович Кочетов. Всем участникам было выплачено вознаграждение общей суммой в 3617 рублей, а победителю 1200 рублей, что очень немало. Возможно, у вас возникнет вопрос, почему такой важный для города объект строился на окраине. Дело в том, что нижегородцы жертвовали на благое дело не только деньги. Сразу после обращения комиссии к жителям губернии о сборе средств в 1888 году участок для застройки храма пожертвовал отставной полковник Мозолевский. Кроме того, окраина города верхней части активно застраивалась, а церкви там не было. Площадь первого участка была маловата для большого храма, тем более что по строительному уставу Российской империи от церкви до жилой застройки должно быть чуть больше 21 метра. За 16 460 рублей комитет выкупил у наследников Мозолевского и госпожи Менделеевой соседние домовладения, участки с несколькими домами. Часть снесли, а часть использовали для нужд прихода. Последний из тех домов просуществовал до 90-х годов 20 века, когда началось возрождение Спаса. Эти приобретения позволили благоустроить территорию так, что торжественное здание не было стеснено деревянными домами. Надо сказать, что даже на фотографиях 30-х годов 20-го столетия храм выглядит небоскребом среди окружающих одно-двухэтажных улочек. 7 июня 1899 года состоялась торжественная закладка храма. Надо сказать, что для города это был настоящий праздник, событие, собравшее вместе всех, от епископа Нижегородского и Арзамасского Владимира до тысяч нижегородцев самых разных чинов и сословий. Для осуществления технического надзора за строительством и составления всех рабочих чертежей комитет нанял петербургского архитектора-академика Владимира Петровича Цейдлера, который был автором проектов многих нижегородских зданий. По завершении строительства ему было выплачено вознаграждение в размере 9 тысяч рублей, 8 миллионов на наши деньги. Это было самой большой платой в одни руки за всю стройку. Собранные на строительство средства заканчивались 3 раза. И каждый раз комитет обращался к Думе и к нижегородцам. Дума многократно выделяла средства, но самое главное, здесь удивляет моральные качества нижегородцев, которые жертвуют 3 раза на одно и то же. Работы по росписи храма продолжались до 1912 года. Накануне торжеств, связанных с освящением Спасской церкви, членами строительного комитета и представителями городских властей была составлена и отослана в Святейший Синод и государю-императору телеграмма, о событии, в ответ на которую нижегородский владыка Назарий получил ниже следующее уведомление. Государь-император, на представленной его величеству копии с телеграммы вашего преосвященства об освящении храма и о выражении по сему случаю местным населением верноподданнических чувств, беспредельной любви и преданности, изволил 18-й день текущего октября собственноручно начертать. Искренно благодарим всех. Но уже близился великий перелом в российской истории, невероятный политический катаклизм, потрясший весь мир и изменивший все. Отношения церкви с новой государственной властью напрямую сказались на жизни общины Спасского храма. Можно сказать, что в первые годы власть руководствовалась провозглашенным принципом отделения церкви от государства,
Правда, в 1922 году была изъята часть ценного церковного имущества, в частности, серебряные предметы. Но дальше давление на церковь усиливалось. В марте 1930 года вышло постановление Президиума Нижкрайсполкома о закрытии церкви, чтобы передать здание для культурных надобностей. В тексте постановления было, в частности, сказано: «У рабочих ощущается острая нужда в здании клуба, а у глухонемых – в школьном здании, что переоборудование здания церкви Спаса для этих целей – технически возможно, и что верующие свои религиозные нужды могут удовлетворять в других церквах». Благодаря усилиям настоятеля Николая Боголюбова и членов приходского совета договор удалось обжаловать и отменить во ВЦИК в Москве, куда ездила делегация от общины. Вероятно, это единственный в своем роде подобный случай, когда верховная власть встала на сторону верующих. В 30-е годы 20-го столетия, в годы лихолетия активной безбожной власти, когда многие храмы по всей стране закрывались, в том числе и на нашей Нижегородской земле, храм во имя Всемилостивого Спаса тоже был подвержен немедленному закрытию со стороны светских властей, но благодаря тому, что здесь при храме находилась сильная община во главе с духовенством этого прихода, получалось отстоять храм, и закрытие переносилось вплоть до 1937 года. Стоит отметить, что наш храм, он закрыт одним из последних храмов в Нижнем Новгороде. Удивительно, что на территории самого прихода размещались священнослужители со своими семьями. Некоторые священнослужители жили даже вот в подклете нашего храма. И таким образом, всегда пребывая в храме, они могли встречать всех приходящих людей, помогать им духовно в эти непростые годы, стоит отметить. И таким образом приходская жизнь не угасала. Интересный момент, опять же, из истории нашего храма, что в среде духовенства числился митрополит Сергий Старогородский, который являлся в то время патриаршим местоблюстителем с 25 года. И таким образом уникальность этого храма, она возрастала, потому что, будучи патриаршим местоблюстителем, первоиерархом Русской Православной Церкви, этот храм автоматически становился, можно сказать, центральным, главным храмом всей Русской Церкви. В 1937 году последние священнослужители были арестованы, а самый непокорный и взывающий к закону и справедливости протоиерей Петр Сахаровский был расстрелян. Чтобы характеризовать этого достойного человека, приведем короткую цитату из записи его проповеди. «Жизнь наша колеблется, подобно кораблю на море, но есть якорь, терпение. Он предохраняет нас от бед. Христианское терпение сделает исповедника Христовой веры непобедимым. Терпеливый может быть лишен всего, но победим быть не может». На юбилейном архиерейском соборе в 2000 году, в числе прочих святых, был канонизирован и священнослужитель нашего прихода протоиерей Петр Сахаровский, который был расстрелян в 1937 году. Это был один из последних священников, который совершал служение в нашем храме до его закрытия. И тогда встал вопрос после канонизации о том, что необходимо написать его икону. А для того, чтобы написать икону, необходимо иметь образ, то есть фотографию, для того, чтобы икона была похожа на действительно первообраз того, кто запечатлен на этой иконе. И вот Божьим промыслом одной нашей прихожанке Господь дал возможность обрести, то есть найти его фотографию. Опять же, случайностей не бывает. Придя в один из антикварных магазинов нашего города, она увидела старую, уже поблекшую фотографию священника. Заинтересовавшись этой фотографией, попросила взять ее.
в руки и, повернув фотокарточку, она прочитала: «Священник Петр Сахаровский». Насколько было велико ее удивление, потому что она является прихожанкой нашего храма. Об этом она сразу мне сообщила. Фотографию мы, конечно же, выкупили за небольшие средства, но для нас она настолько ценна, что, наверное, невозможно, так скажем, описать, да, ее стоимость для нас. И руками наших иконописцев мы смогли написать икону священномученика Петра, и сегодня этот образ находится у нас в храме, и всякие приходящие к нам верующие, наши прихожане, имеют возможность приложиться, помолиться священномученику Петру. Для нас он является небесным покровителем нашего храма, потому что здесь он совершал свое земное служение, и сейчас его служение, оно является небесным, но мы верим в то, что он не оставляет наш приход, наших прихожан в своей пасторской заботе, и сегодня его молитвы, конечно, намного сильнее доходят до Бога. С 21 ноября 1937 года в Спасской церкви богослужение не совершается за неимением священников. В результате бедствия церкви не стало возможности получать средства на содержание храма и обслуживающего персонала. В силу этих обстоятельств и вследствие неопределенного положения приходской совет пришел к решению просить райсовет принять от него имущество Спасской церкви и освободить общину от всех обязательств, вытекающих в связи с закрытием церкви. В дальнейшем в храме планировались разместить областной архив, но этого не случилось до войны, и, по сути дела, вплоть до 90-х годов храм по назначению так и не использовался. Существует легенда, что наш храм во время Великой Отечественной войны использовался как объект противовоздушной обороны. Мы искали в архивах документы, но, к сожалению, не нашли подтверждающие этого факта. Однако из уст в уста наших прихожан и тех людей, которые оказались свидетелями тех событий, наших старых прихожан, и до нас дошла эта легенда. Храм использовался, его колокольня, конкретно колокольня, использовалась в целях защиты неба вот этой части города. Как это было? То ли там находилось орудие противовоздушной обороны, то ли там размещались прожекторы, освещающие ночное небо. Мы этого не знаем. Тем не менее, известно точно, что фашисты бомбили наш храм. Это нам известно, потому что вокруг храма находились деревянные строения, и они были, почти все эти строения были уничтожены. Вокруг храма после бомбежек территория была изрыта воронками от бомб. В храм попадали осколки, но ни одна бомба не попала в храм. Вот когда церковь была передана Нижегородской епархии, и храм стали восстанавливать, решили эти следы оставить. В 1990 году храм был передан Горьковской консерватории для создания в нем концертного зала из-за хорошей акустики. Когда активисты из верующих и общественные организации обращались с просьбой передать храм церкви, то получали отказы. В ответ говорилось, что здание уже на балансе консерватории, и та его восстанавливает. Действительно, консерватория потратила более 100 тысяч рублей на проект реконструкции и почти 350 тысяч рублей на ремонт крыши, куполов и восстановление крестов. С 1938 года по 1990 кресты были сняты, а теперь, по велению времени и, несомненно, Божьим промыслом, поставлены вновь. Решением Горсовета от 11 декабря 1991 года юридическая передача храма церкви произошла. Началась техническая реставрация храма и его духовное возрождение. Конечно, восстановление храма – это дело многотрудное и многосложное. Не все получается сразу. Встал вопрос о том, чтобы привести храм тот облик, в котором он был до закрытия. И над этим потрудились многие специалисты, иконописцы, архитекторы.
Наверное, благодаря Божьему участию в деле восстановления были сохранены практически все фрески нашего храма, за исключением одной в левой части храма. Полностью была утрачена фреска, изображающая евангельский сюжет воскрешения дочери Иаира. Но, опять же, наверное, Божьим промыслом и она была восстановлена. Наш коллектив с этим храмом познакомились в 93-м году. Мы знали о нем, что в этом храме есть авторские живописи, сохранились. Были упоминания, ссылаясь на архивные данные, что писали соратники, ученики Васнецова. Но то, что это храм был в модерне, в стиле модерн написан, это мы знали. Когда в 93-м году мы зашли в этот храм, мы поразились сохранности. Достаточно большое количество было сохранено живописи авторской, что дало нам полагать и быть уверенным в том, что этот храм можно восстановить, применив все реставрационные операции, и сохранить авторскую живопись. Было видно авторскую живопись, но она была вся аварийная и осыпалась, особенно верхний ярус под барабаном. Там даже были отставания штукатурного слоя, и приходилось все это укреплять, подводить инъекции, притягивать клямерами, то есть весь спектр реставрационных операций по укреплению штукатурного слоя. Потом укреплялся грунт вместе с красочным слоем. То есть это операции очень такие трудоемкие, сложные, и требующие квалификации и опыта. Из архивных данных мы знали, что здесь были росписи самого Кошелева. И даже упоминание, где эта живопись была. Это был правый предел, западная стена. И мы проводили архивные изыскания и нашли черно-белую фотографию, где образ, сюжет Иисус Христос среди учителей. И вот с черно-белой фотографии нами был воссоздан образ, этот сюжет. Сейчас мы его наблюдаем. Очень важно было попасть вот в тот цвет и тон авторской масляной краски, потому что тогда краски масляные были в основном все органические, затертые на органических пигментах. Это были и полудрагоценные камни, и грунты, и охристы. И вот здесь наши современные краски химические не всегда попадали в цвет. Оттенок, особенно вот лазурит, мы его пытались подобрать цирелиумом, ультрамарином, но вот тот лазурит, тот оттенок все равно никак не получался. Прям, все равно отличалось. И отец Игорь, настоятель, подметил, какие краски были прекрасные. Сейчас не можем даже подобрать под такое. Понятно, что на расстоянии это все незаметно было, но вот краски масляные тех времен, конечно, отличались от наших. Нам приходилось применять и французские, и итальянские, и наши питерские краски. Но это я говорю о каких-то особых таких оттенках. А так, целая основная масса была, конечно, была подобрана один в один в цвет и тон, чтобы не отличались наши тонировки, потому что все тонировки проводились в пределах утрат. Все делалось из нашей собственно приготовленной краски. То есть мы ее варили как кашу. То есть сначала мы делали белила, потом на этих белилах разводились колера, полная гамма колеров, которая легла в основу на воссоздание всех орнаментов. Многие художники и знакомые приходили, поднимались к нам на леса и все спрашивали, чем вы пишете, потому что ощущение было не тех красок, к которым мы привыкли, масляные блестят, блестящие такие, текучие, так сказать, с потеками. А наша краска отличалась тем, что она была очень пастозной, как сметана, укрывистой, а белила были просто как сахар. Все, что вы видите, фоны, это все выполнено на наших красках. Но что касается самой краски, она даже сейчас может еще прослужить очень долгое время. Она проверена не только на этом храме, и на других в том числе. Общие сюжеты и стиль на росписях, они все так перекликались со многими известными храмами, как храм Христа Спасителя, образцы живописи Васнецова. Но вот васнецовскую живопись мы сразу не увидели. То есть в храме ее не было такой вот тождественной автору. Мы ее обнаружили позже, когда работали
на подпружной арке, вот на этой, я увидел от освещения паникадила рельеф, и видно было нимбы вот на западной стене. Ну, владыка благословил выполнить расчистку, и вот как раз там открылся образ несения креста Васнецова. Но мы были крайне удивлены и, конечно, обрадованы такому обстоятельству. И своды тоже были все, вся зеленая краска удалена, и там открылись ангелы в облаках. Но вот это вот несение креста можно отнести прямо, ну, не к самой руке Васнецова, но очень стиль похожий. Можно сказать, что это либо ученики его, либо соратники, либо брали его образцы за основу. Поэтому стиль модерн и присутствие руки мастера Васнецова, Кошелева здесь вот налицо. Другие сюжеты, они из храма Христа Спасителя многие. Вот Рождество Христово на восточной стене – это как раз образ с храма Христа Спасителя. В правом и левых пределах там были сюжеты потеряны, утрачены, так как штукатурный слой – отсутствовал до кирпичной кладки. И там нами были предложены два сюжета в левом пределе: «Воскрешение дочери Иаира Репина», это дипломная его работа, а в правом пределе Семирадского «Христос и Самарянка». Почему эти сюжеты? Ну, достаточно они эффектные по художественной передаче и понравились настоятелю, владыка принял, и поэтому здесь появились у нас, так сказать, еще и Репиновская рука, ну, копия имеется в виду, и Семирадского. Вся остальная живопись в основном вся сохранена. С 95 по 98 год, это два с лишним года по три, это кропотливые, каждодневные, интересные работы, где каждый фрагмент на стене требует того или иного подхода, где больше инъекций, где меньше, где тонировок больше, орнаменты тоже очень интересные. Но все это совершилось тем, что мы воссоздали все в первозданном виде, вот как он был решен, этот храм, в 903 году, так мы его и восстановили, и дали ему вторую жизнь. Коллектив художников-реставраторов сделал невозможное, возвратив храм к жизни. Задумаемся на мгновение, что такое жизнь для Дома Божьего. Это церковные службы и праздники, ведущие паству к свету. Это надежда и просветление для приходящих в него людей. Непосредственно в 90-е годы после передачи храма в ведение Нижегородской епархии здесь начинается активная приходская жизнь, возобновляется работа воскресной школы. Хотя не все устроено, не все восстановлено, но люди уже всем сердцем прикипают к храму. Этот храм для них является, можно сказать, семейным, потому что многие люди со своими маленькими детьми приходят сюда. Вот сегодня мы являемся свидетелями того, что маленькие дети того времени приходят уже сюда со своими маленькими детьми. Для нас это дорого, и мы ценим, что прихожане любят этот храм. И сегодня мы с вами видим этот храм в своем былом величии. Сегодня храм является для многих людей центром духовной жизни. И воскресные дни и праздничные дни он полон людей, полон детей. Для нас это отрадно, потому что здесь человек формируется духовно, нравственно. Наверное, ничто в этом плане не может заменить храм, потому что храм – это место особой встречи человека с Богом, где человек получает божественную благодать, и с этим он идет дальше по жизни. Стоит отметить, что в воскресной школе нашего прихода обучается более 70 детей, и это не предел. Мы ограничены только, скажем, нашими площадями. Храм востребован. На территории храма мы смогли обустроить
детскую площадку, небольшой мини-зоопарк, где с радостью дети видят наших питомцев. Это белочки, курочки. Вот. И такая среда обитания, она является некой изюминкой нашего прихода. И даже в будние дни на территории храма нашего многолюдно, много молодых мамочек с детьми. И получается так, что дети возрастают под крылом нашего прихода. Подобно кораблю, наш храм переплывает через бурное житейское море к своей гавани, к Царствию Небесному. На борту у него очень много людей, которые доверились, зашли, так скажем, на палубу. И мы уверены в том, что плавание нашего корабля, оно будет еще идти долго и долго посредством того, что здесь будут совершаться богослужения, будут совершаться молитвы. Здесь трудами, заботами священнослужителей, добрых христиан будут воспитываться дети, которые станут достойными христианами, достойной заменой нашего поколения. И то, что мы сегодня видим, это востребованность храма, это то, о чем говорил Господь, что где двое или трое собирается во имя Мое, там Я посреди них. И мы верим, что Господь среди нас, и сегодня, благодаря Божьему водительству, мы идем дальше, и дай Бог, чтобы история нашего храма длилась еще долго.